Смотри. Это вот так вот я... Просто, чтобы не было пробелов, оно должно быть плотно. И капнуло Бляха, муха! Вот так вот. Тянется. Такой жук. Три, две, одна. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Привет, Кристина. Скромняшка Крис. И сегодня с вами кухня красоты. Давай, раз, два, три. Кухня. Тихо, ну надо красиво. Да, давай. Нет, так. Раз, два, три. Кухня красоты. Кухня. А, так, раз, два, раз, два, три. Кухня красоты. Кухня красоты. Кухня красоты. Итак, ваша любимая кухня красоты. И что мы сегодня будем на ней делать? О-о-о! Мы будем тестировать альгинатную маску из Фикс. Какого Фикс? Ты чё, Кристина, меня сбиваешь? С Алиэкспресс. Я ж не знаю. Взяла, да? Это я шучу. В общем, я заказала на Алиэкспресс вот такую маску, 500 грамм. Давно хотела заказать себе альгинатную маску, потому что она мне безумно очень понравилась, когда мне ее откуда-то присылали, не помню откуда, я ее пробовала, я ее знаю. И я захотела себе много альгинатной маски, я бы только ее и делала. А прикол будет в том, что вообще эта маска, она очень приятная. Это грейпфрутовая маска, она убирает морщины и увлажняет. Мы будем омолаживаться сегодня с Кристиной на ночь глядя. Да? В общем, здесь 500 грамм, делается она очень просто, она разводится с водичкой тепленькой и наносится на лицо. Прикол ее в том, что ее можно заливать лицо, допустим, в салонах мне когда делали, мне полностью заливали лицо, и глаза, и рот, и все, и вы лежите как мумий, и ждете своего часа, когда вас освободят, а потом она просто снимается одним вот таким вот щелчком. И сегодня мы будем ее тестировать вместе с Кристиной, и мы будем заливать наше лицо полностью. Как мы это будем делать, вы увидите в процессе. Я думаю, это будет очень весело. Ты себе выбрала кисточку для нанесения маски? Конечно. У меня будет палочка. Кто успел? Кто успел, тот опоздал. А маска, кстати, хорошая. Она до 2021 года, свеженькая. А сколько же это удовольствие стоит? Стоит совершенно недорого для 500, девочки, грамм. Потому что мне присылали, честно говоря, на один раз. И стоило, я тебе знаешь, сколько там? То ли 300 рублей на один раз, а здесь пол килограмма 1298 рублей, что ли. Но цены постоянно скачут, вы знаете, поэтому заходите и смотрите. Вообще это рассчитано для профессионалов. Профессионал бьюти салон Mask Soft Powder Series. Дальше, в общем, надо было не читать, я уже не понимаю. Вообще это используется для салонов красоты профессионально. И используется для комбинированной кожи, то есть это подойдет всем. Ну а что же мы все мучаемся? Давайте приступим. Она вот здесь так разрывается. Подожди, надо же очистить кожу. Да, мы все приготовили, сейчас мы очистим кожу. Очищать мы будем ее в два этапа, чтобы хорошо очистить кожу. Для того, чтобы поры наши открылись и очистились, и маска проникла туда. Нужно ее хорошо очистить. Перед каждым уходом мне мой косметолог сказал, нужно обязательно хорошо очищать кожу. Поэтому держи тебе ватные салфетки раз, ватные салфетки два. Надо было скрабировать. Нет, это можно было бы, но мы сегодня этого делать не будем. Сначала берем мицеллярочку и смываем, если у нас есть какие-то остатки косметики. Это мицеллярочка. Кристина уже засматривается там на что-то другое. Это будет второй этап, Крис. Мицеллярка что-то удаляет? А, если есть косметика, то да, мицеллярка. Мицеллярка удаляет косметику. Ну ты сейчас заглупила вообще, реально. Все сейчас думают, Кристина не знает, что удалять мицеллярку. Ну, может быть, я не знаю. Может быть. Вот это и смешно. Может быть, я не дог... Нет. Ну... Все знают, а ты не знаешь. Может быть, я думаю, что она не так сильно удаляет. Я знаю, она, что она очень что-то... сильно удаляет. Очень сильно она удаляет. Что я прям, знаете, у меня мицеллярка бывает, и я прям, знаете, у меня прям выжимать можно. Если она очень сильно удаляет, то у меня кожа чиста. Смотри. Это вот так вот я свой... Это вот так вот ты переводишь продукты. Это свой ватный диск я так намочила. Сейчас я немножко утру нос. Утру нос. Я обожаю тереть глаза. Слушай, ты сегодня не красилась, и трёшь больше, чем я.
Ну, я ты трешь, и я тру. Все, дальше идет второй этап. Второй этап мы будем использовать. Давай. Мы будем использовать Secret Key. Это идет тонер такой. Он тоже дополнительное очищение дает. Еще мне кажется, что такое ощущение, что как будто там есть спирт, но, по-моему, там нет спирта. В общем, я думаю, оно подсушивает какие-то моменты. Хотя, может, сейчас не надо подсушивать. Ну, в общем, и тоже молодит. Ну, в общем, как дополнительное тонер. Вообще он как очищение. Еще и тонер будет молодить. Да, он все-таки что-то там потому делает. Потому что где превратимся? Ну вот перед кремом, на самом деле, его наносят. Я думаю, что перед маской тоже можно. Во всяком случае, я точно знаю, такая что новинка, отвечаю, уже дает очищение. Вот у меня раз, вот что-то здесь пощипывает сразу. Мне кажется, что там есть что-то. Спирт какой-то есть. Я не уверена. Приятно. Здесь тоже все на корейском. Это Корея. Secret Key — это Корея. На улитках. Маска? На улитках? Да. А, кстати, эта маска, я не знаю откуда. Она из Китая. Алиэкспресс же Китай. И глаза обходи. И глаза мазать, я думаю, нельзя. Все, мы супер очистились, девчонки. Теперь мы приступим разводить нашу масочку. Я сразу нам делаю в одну миску на двоих. Она, смотрите, какого цвета? Голубого. О, кстати, вроде грейпфрут, а должна быть, наверное, не покажи. Голубая, да? Нет, она не голубая. Она серая. Серая, да. Немножко. А должна быть, как бы, знаете, какая, мне кажется? Какая? Ну, как грейпфрут. Нет? Это на глазки? Ну, я все на глаз, да, сделаю. Давай вот так, чтобы нам легко было, да? Офигеть. Слушайте, я не знаю, на самом деле. Я решила полную миску. Потому что нам полное лицо надо толстым слоем вообще-то. Я считаю, что ты любишь. Мне не жалко для тебя ничего. Я понимаю, но это хватит на полностью на тело. Какой? Обернуться. Не, на тело точно не хватит. Короче, я решила полностью. Знаете, сколько я высыпала сейчас сюда? На полпачки. Да не полпачки. Сейчас скажу. 150. Одну треть пачки, что ли? Ну, нам же на двоих. Может, много? Правда, отсыпать? Я уверена, еще вода добавится. Лично ты воду нашла. Мне кажется, что здесь килограмм целый. Ну, я никогда не делала, не применяла такие маски, поэтому тебе виднее. Нет, это мало. Подожди. Слушай, а пахнет грейпфрутом, да? Успокойся. Я боюсь, что она может не хватит. Не хватит. Ладно. В общем, я сделала чуть меньше 100 грамм. Давай померяй уже, если вдруг не будет хватать. В чайнике теплая водичка. Я наливаю чуть-чуть водички. И начинаю потихоньку мешать. Если что, мы добавим еще водички. Это не страшно. Давай ты будешь добавлять водичку. Давай. Подожди сейчас. Давай еще водичку. А цвет, да, немножко голубат. Голубовато получается. По цвету твоего платья. Как пахнет. Начну. Офигеть. Ты же любишь грейпфрут. Ну, грейпфрут, но он такой приятный запах. Да. А в перемешку с мукой какой-то, я не знаю. Да? Чем? Приятный запах, в любом случае, свежий. Ну что вот это вот, скатилось все и что? На одну маску. Давай еще. Она должна быть как густая сметана. Если что, мы сейчас будем порошка добавлять. Если вдруг водички мы много добавили, мы раз чуть-чуть порошка добавим. Все, мы с Кристюшей разбавили масочку, еще чуть-чуть добавили. Все-таки 150 грамм наш, да, на двоих. Ну так, чтобы не натягивать. Вот, мы избавились практически от всех катышек. В принципе, это не принципиальный момент. Чуть-чуть катышков остаться может, не страшно. Все, теперь мы наносим это все на наше личико. Значит, Кристина наносит это все кисточкой, я наношу это все палочкой. Ну, поехали. А без зеркала? Вот. Без зеркала, сейчас принесу. Но все-таки у меня к тебе вопрос. Какой? Брови тоже красят? Да, все красят. И что, они останутся целыми? Да. Они не оторвутся. Как повесить? Ну вот смотри, она вот как-то капает, нужно, наверное, чтобы она была погуще. Короче, накладываю так, чтобы оно... А что ты себе забрала? Так вот подруга делает. Ну
Ну да, вот смотри, потихоньку накладываем, и оно как бы это главное, просто чтобы не было пробелов. Оно должно быть плотно и капнуло с конца. Ну потому что вот, видишь, как... Надо было, чтобы сначала ты мне нанесла, а потом себе. Не надо, что ты должна наносить? Наносит каждый сам себе. Ну а как так? Так быстрее будет. Так видео разделить на 30 минут. Да ты бы быстро нанесла. Оно сразу подсыхает, на самом деле, достаточно быстро, поэтому я к тому, не то, что быстро там красить, я к тому, что скатывает. А вы, кстати, зацените, кто лучше. Не надо ничего, свои батлы. Все уже, понеслась. Кася не любит со мной соревноваться. Вообще не любит. Хочет унижать людей. Гля, она тогда быстрее, она засыхает. Прям ты сказала просто, я смотрю. Я уже подготовила на тай. Да, смотри, она засыхает. Быстрее надо работать. Что такое, тупик? Не, подожди, ее можно еще разбавить водичкой. По-моему. Бляха, муха. Кто знал, что так бы? Что нельзя поговорить, подумать. А глаза еще надо нахерачить. Брови. Что ты меня забрала? Я чувствую, что мне нужнее брови. Ты размазала нормально у тебя? Не знаю. А губы тоже нужны? Да, ты можешь уже губы закрывать. Я еще должна говорить, я в последний момент губы закрываю. Не, серьезно. Да, да, губы. Намажу потом. Ты знаешь, мне кажется, надо там за определенный момент, она даже сворачиваться начинает. Вначале была какая-то, реально она быстро работает. Ну да. Ну все, она уже по ходу работать начала. Не, она как бы работает. Страшно, что нет, думаю, не страшно. Так, короче, надо на глаз класть. Слушай, ну падает все. Серьезно, ничего? Серьезно? Ничего, что падает? Ты такая смешная. А ты какая? Ты как будто торт. Ну как бы. Ты как будто в торт упала. А ты. А я нет. Вон, ты сразу за чаем полезла. Нет, я хочу просто попробовать разбавить. Вот если она свернулась уже. Может, я намазала уже в воде? Да ничего ты не намазала, у тебя дырки. Потому что смело открыть. Ресницы намазала. Блин. Смотрите, как она. Вот если не успеваешь, вот такие кусочки получаются. Давай я это выкину, может. Новую хочешь делать? Да, свеженькую сделаю, на глаз. Да ешь. Да тут уже осталось-то. Я уже все. Давайте посмотрим на Кристину с близока. Не, ну серьезно, аж все уже. Посмотрим, вот. Кристина все сказала. Вы так себе представляете оригинальную маску? Мне как-то больше разговаривать, да? У меня как-то больше похоже. Нельзя разговаривать? Да можно, ты же губы не замазала. А что, надо? Да, Крис, подожди, не надо. Дай сюда. Все, сидим. Теперь тихо, ровно. Сейчас я все сделаю. Время пошло? Да. Девочки, во-первых, водичка должна быть обязательно тепленькая. У нас она была еле тепленькая, поэтому сейчас еще я подогрею что-то. И добавлю, мы сейчас замажем наши глаза. Все-таки. И рот. А что, рот тоже должен омолаживаться, да? Да, губки. Так, я разбавила еще чуть-чуть. Сейчас мы Кристинке закроем глазки. Вот такие. Давай. Значит, такая. Куда? Ну, что? Тепленько. Ну, вот. Yeah.
замуровали. Замуровали демоны. Что, ну убери, что тебе мешает. А сама себе я закрываю сначала рот. И глаза. Один глаз. Господи, второй. Я сейчас вас не увижу. Подожди, мне же надо кнопку таймера. Таймер пошел. Включаю, короче. 20 минут. Нормально будем 20 минут, как мы мучиться? Ой, у меня капает на штанину. Капает, я чувствую где-то вот штанины мои капают. Короче, штанины интересно выкинуть. Не надо. Крис, на самом деле я намазала рот и разговариваю. Ты можешь сделать то же самое. Не хочешь? Хочешь, чтобы... А это что? Вообще нельзя разговаривать с одной маской. Давай я попробую нащупать выключатель теперь. Крис, а если малой проснется сейчас? Ты представляешь? Крис, у тебя на все один ответ. Ты пойдешь к нему. Открыла глазки, я хочу с вас собирал. Глаз, кстати, плохо намазал. Да ужас какой-то. Я офигела, когда начала пытаться дышать. Я не могу. Она до сих пор. Я случайно заревела Кристине, но это мелочи. По сравнению с тем, что сейчас происходит с моим лицом. А чего с ним? Падается, да? Кусками просто я разваливаюсь. Веселее. Девчонки, это значит, вот, да, у меня упал кусок. Это значит, что она действует. Вот такой, вот такими вот целыми кусочками, видите, она слетает. Я не поняла, видите, это что, глаза открыла? Один глаз у меня открыт. Дело в том, что нельзя разговаривать и нельзя смеяться, конечно же. Поэтому это говорит о том, что такие масочки нужно делать дома в одиночестве. Или сам себе, чтобы тебя нос не залепливали. Да. Да, это были звуки, потому что Кристина пыталась дышать. Да. Вот, видите, у меня уже все. А сколько времени там? Ты своим одним глазом стекло прям видишь? Сейчас, скажите, сколько прошло? 17 минут прошло. Да ладно. Ой, 3 минуты даже прошло. 17 минут. Не, на 3 это совсем давить. Дальше. Ну, просто я не вижу смысла уже держать у себя эту маску. Ну, Кристинка вот пусть посидит еще. Ну, вообще. Посиди. Я потихоньку сейчас сниму. Слушайте, девочки, я смыла все, ну, очень быстро, все легко. И вы знаете, пока я мыла, то есть я ничего не наносила, даже мылом, просто теплой водичкой. Я под пальцами ощущала, что у меня как будто, знаете, маслицем, как будто маслицем увлажнила кожу. У меня вот такое какое-то. Я прям удивилась, потому что сколько прошло, блин, 3 минуты засекли, и минуту мы до этого вот делали что-то. 4 минуты 5 максимум прошло. И уже есть эффект. Мне кажется, Кристинка вообще офигеет этот эффект. Который будет у нее. И
Я уже офигеваю, да? И на самом деле, вот сейчас кожа, я ее высушила, уже очень такая прям бархатистая, мягкая. Мне нравится. Я представляю, 20 минут, когда сделаю одна, без Кристины. Какой будет классный эффект. Я довольна. Ждем Кристину. Масочка потом хранится очень хорошо, потому что здесь она на такой вот штучке. Ну, поняли, да? То есть она защелкивается, все, не попадает туда ни влага, ни воздух. Очень удобно, что не надо там какие-то завязывать как или прищепкой прищеплять. Как Кристина тут сидит, дождет. А я знаю, что после масок всегда мне увлажняли кожу. Даже после того, что маска она классная, суперская, всегда после маски наносят мне крем. Поэтому мы будем использовать тоже корейский, раз мы уже пошли по корейской теме, все на китайском, на корейском. Вот такое яблочко, может быть, кто-то знает. Вот. Оно у меня уже заканчивается, и надо его заканчивать. Что за яблочко? Оно прикольно вот так тянет. Такое желтенькое. Ну яблочко, ты же им тоже увлажнял. Очень приятный вкус здесь. Ну, аромат такой. И оно, видите, как будто на мед похоже. Жидкий, или знаете, сгущенка, только прозрачная. Прикольненький. Ну все, пошла спать тогда. Ладно. Ятушки. Остался. Ну тогда буду чай пить с печеньюшками. Сиди. Сколько? Ксенка все. Каждую минуту спрашивает. А сейчас пришли? А сейчас? А сейчас я тебе скажу сейчас сколько. 6 минут осталось. Кристинке остались какие-то считанные секунды. Она, бедная, сидит, изнемогает уже просто здесь. И сейчас она пойдет смываться уже туда, в ванну. Не при вас, потому что здесь не сорить. Осталось 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бегом! Иди сама, что ты меня трогаешь? Да шучу, шучу. Глазку открою. Я тебя провожу. Давай ключи. Итак, крестик-нолик наш вернулся. Мне кажется... Опять она меня узнала. Я тебя не узнала, я просто знаю, что это ты, понимаешь? Должна вернуться. Но сейчас какая-то девчонка передо мной 18-летняя, реально. Ну прям бархатится, лоснится. А ну-ка намажь кремом-ка еще. Да. Мне кажется, вообще, как в школе. Да, да. Да, я, да. Кстати, в домашке, вот Кристинка более-менее еще у меня такая, не в домашке, а я прям я в домашке. Могу сказать, что какой-то эффект был, не эффект, а реакция, потому что, которая прям не ощущалась, никаких пощипываний, ничего не было, знаешь почему? Потому что я вижу некоторые легкие вот розовые места, что-то происходит. А я даже тоже сейчас чувствую. Видишь? Но, конечно, оно дает реакцию и, ну, краснеет чуть-чуть. Но у меня, видишь, лицо, в принципе, не красное. Оно такое хорошее. Но я чувствую, как будто, знаете, как будто поработали с лицом. То ли после скрабика, то ли после этого. Хотя мы ничего не терли особо, mm-hmm. да? Mm-hmm. Классно. Ну, как тебе эффект вообще? Кожа? Я думаю, что если бы ее нанести профессионально... Без смеха, правильно, как сказала Селена. Без смеха? Да, и надо потолще. Вот я неправильно говорила, потоньше, поэкономнее нет. Вот где я тоненько нанесла, она у меня немножко подсохла, когда я снимала. А снималась там, где еще осталась легкая влага. И все быстренько, аккуратненько снялось. Ну, в общем, маска хорошая. Ну, ты когда, кстати, умывалась, ты почувствовала, что маслянистая такая? Ну, и сейчас легкая маслянистость, то есть кожа влажная. Классно. У кого кожа нормальная, не сухая, то, мне кажется, крем потом не нужен. Не, он всегда нужен. Всегда, да. Вот, ну, в салоне всегда наносят. Я не знаю, зачем, но надо. Ну, вообще, тебе понравилась маска? Вообще мне понравилась маска. Отсыпать тебе? Ну, отсыпь, зачем она? Зачем тебе так много, да? Девочки, ссылочку, конечно же, я оставлю на эту маску под видео. Заходите, смотрите. Мы довольны. Сразу два отзыва в одном. Никаких пощипываний, никакой плохой реакции. Да, мне тоже очень понравилось. И спокойно, органично. И лицо как-то проровнялось прям вот с первого раза. И никакие инъекции не нужны. Да.
Ну все, крошки, мы с вами прощаемся. Время-то уже сколько? Пол первого ночи. Дэнник спит, а мы тут омолаживаемся. Он утром не узнает. Что за невеста? Что за невеста? Где мама? Будет плакать. Мама не узнает, и будет плакать. Все, Крис, все, давай, ты потом добьешь крем. Давай прощаться. Мы целуем вас и любим. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши каналы. Кстати, Кристина тоже блогер, вы в курсе? Я ссылку на нее обязательно оставлю под видео. Заходите, посмотрите. Мы, кстати, с ней очень разные. И вот, особенно если я кому-то не нравлюсь, вы можете да, реально пройти, и Кристина вам может, например, понравиться. Да? Опять она батл устраивает. Ну, а если я вам нравлюсь, батлов, подожди. Прям батлы пошли. Подожди, вот смотри. Нет, я вам смотрю, что говорю. Если вдруг я вам не нравлюсь, вы можете пройти к Кристине. Она, возможно, вам понравится, потому что мы с ней очень разные. Я, например, такая вся выпендрюха, а Кристина у меня скромнюшка, понимаете? Ну, а если я вам нравлюсь, то мой крестик нолик вам тем более понравится, потому что мы с ней одна сатана, по сути. Больно тебе? Просто она расслабляется. Вот кочуган еще. Она просто в моих видосах расслабляется, а в своих скромничает. Все, пока. Хватит. Смотрите на наши штаны. Это вот непрофессиональное нанесение альгина. Заметьте, я вообще впервые. Селена-то уже мазалась, и у меня всего два маленьких пятнышка. Там... А здесь посмотрите, что это. Чего я там мазалась? Ну, у тебя уже опыт есть, ты знаешь, как. Жопы-то нет у меня. А у меня опыта нет. Жопы-то нет. Маска у меня на пять легла. Штаны чистые. Да где они чистые? Ну, маленькое пятнышко. А нет, ну не маленькое. Вот у меня одно... Ну, два. Да, ну, огро. А у тебя раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот на руке. Да ты все капельки посчитала. Вот на... Так, подожди, на кофте у ну, кого? Все, все. А на кофте...